сегодня такой чудесный праздник. Ой, сегодня можно делать все, что угодно. И бизнесмены Алтайского края делают. Три дня территория детства будет в стенах центра «Мой бизнес». Здесь развернулась онлайн-ярмарка детских товаров, которая обычно проходит на площади Сахарова. В этом году задумались о том, как же реализовать данный большой праздник и порадовать деток, которые давно сидят в самоизоляции с родителями. Ну и также, конечно, стал вопрос о том, как помочь предпринимателям, чья деятельность на сегодняшний день находится на стопе, они не имеют возможности работать. Платформа ярмаркадетство.рф. Здесь ведется трансляция. Во время трансляции интересно будет не только детям, для которых устроили настоящее представление, но и взрослым. Впервые алтайские предприниматели массово делают скидку на свои товары и услуги – 30%. Обычно предприниматели по своим классическим расценкам работают. И мы узнавали, что нет скидок особых ни на одежду, ни на услуги. А здесь-то ребята могут и продать свои услуги, потому что некоторые 2 месяца честно не работали и стояли, ждали. Ярмарка детства – это платформа, с помощью которой покупатели могут связаться с продавцами. Такой формат взаимодействия в регионе практикуют впервые, но он уже оправдал себя. Бизнесмены, еще неделю назад сидящие без работы, наконец могут заняться делом. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком.